OBD2 код неисправности, техническое описание, датчик опорного напряжения, низкий уровень сигнала, что это обозначает? Этот диагностический код неисправности, DTS, является общим кодом трансмиссии, что означает, что он применяется к транспортным средствам, оснащенным OBD2, хотя общие, конкретные этапы ремонта могут отличаться в зависимости от марки, модели. Если транспортное средство оборудовано OBD-2 и имеет хранимую P0652, это означает, что модуль управления силовым агрегатом PSM обнаружил сигнал низкого опорного напряжения для конкретного датчика, которое было дано обозначение B. Рассматриваемый датчик обычно связан с автоматической коробкой передач, раздаточной коробкой или одним из дифференциалов. Более конкретный код датчика почти всегда будет сопровождать этот код. P0652 добавляет, что опорное напряжение схемы датчика является низким, чтобы определить местоположение и функцию датчика в отношении данного транспортного средства. Обратитесь к надежному источнику информации о транспортном средстве AllData DIY. Отличный вариант. Предположим, что произошла ошибка программирования PSM. Если P0652 хранится отдельно, вам нужно будет диагностировать и отремонтировать любые другие коды датчика перед его диагностикой и ремонта P0652, но сохранить состояние низкого опорного напряжения в виду. Датчик в вопросе поставляются с опорным напряжением, обычно 5 вольт, через коммутируемые, под напряжением с ключом на схему, также будет сигнал с земли, датчик будет иметь переменное сопротивление или электромагнитное разнообразие, и он будет замыкать цепь. Сопротивление датчика должно уменьшаться при увеличении давления, температуры или скорости и наоборот, по мере изменения сопротивления датчика, в зависимости от условий, на PSM поступает сигнал входного напряжения. Если сигнал входного напряжения, полученный PSM, ниже запрограммированного предела, P0652 будет сохранен, может также загореться индикатор неисправности, MIL. Некоторым транспортным средствам потребуется несколько циклов движения, с отказом, для освещения MIL. Разрешите PSM войти в режим готовности, прежде чем считать успешное восстановление. Просто очистите код, после того, как ремонт выполнен, и управляйте автомобилем в обычном режиме. Если PSM входит в режим готовности, восстановление прошло успешно. Если код сброшен, PSM не перейдет в режим готовности, и вы знаете, что неисправность все еще существует. Серьезность и симптомы. Серьезность сохраненного P0652 зависит от того, какая цепь датчика испытывает состояние низкого напряжения. Другие сохраненные коды должны быть рассмотрены, прежде чем может быть сделано определение серьезности. Симптомы кода P0652 могут включать в себя отказ передачи переключаться между спортивным и экономическим режимами. Неисправности переключения передач, отложенное или нет включение передачи, невозможность переключения коробки передач между полным и двухколесным режимами, невозможность переключения раздаточной коробки с низкой на высокую передачу, отсутствие зацепления переднего дифференциала, отсутствие зацепления передней ступицы, неустойчивый или неработающий спидометр, одометр. Причины. Возможные причины для этого кода двигателя включают в себя плохой датчик, дефектные или перегоревшие предохранители или плавки и вставки, неисправное силовое реле системы, разомкнутые цепи или разъемы, диагностические и ремонтные процедуры. Для диагностики сохраненного кода P0652 потребуется диагностический сканер, цифровой вольтометр DVOM и надежный источник информации о транспортном средстве, например, AllData DIY. Портативный осциллограф также может оказаться полезным в вашей диагностике. Сначала проконсультируйтесь с источником информации о вашем автомобиле, чтобы определить местоположение и функцию соответствующего датчика, поскольку он относится к вашему конкретному автомобилю. Выполните визуальный осмотр жгутов проводов и разъемов, связанных с системой датчиков. При необходимости отремонтируйте или замените поврежденную или сгоревшую проводку, разъемы и компоненты. Во-вторых, подключите сканер к порту диагностики автомобиля и получите все сохраненные коды неисправностей и данные стоп-кадра. Запишите коды вместе с порядком, в котором они были сохранены, и любые связанные данные стоп-кадра, поскольку эта информация может оказаться полезной, если код окажется прерывистым. Теперь вы можете пойти дальше и очистить код, затем протестируйте автомобиль, чтобы убедиться, что он немедленно сброшен. Если код немедленно сбрасывается, используйте DVOM для тестирования опорного напряжения и наземных сигналов на датчике в вопросе. Обычно вы ожидаете найти 5 вольт заземления на разъеме датчика.
Продолжите, проверяя сопротивление и уровни непрерывности датчика. Если на разъеме датчика присутствуют сигналы напряжения и заземления, получите спецификации тестирования от вашего источника информации о транспортном средстве и сравните ваши фактические результаты с ними. Датчики, которые не соответствуют этим спецификациям, должны быть заменены. Отключите все соответствующие контроллеры от системных цепей перед тестированием сопротивления с помощью DVOM. Невыполнение этого требования может привести к повреждению PSM. Если опорное напряжение является низким на датчике, используйте DVOM, чтобы проверить сопротивление цепи и непрерывность между датчиком и RSM. При необходимости замените разомкнутые или замкнутые цепи. Если рассматриваемый датчик электромагнитный с возвратно-поступательным сигналом, используйте осциллограф для мониторинга текущих данных фокус на глюках и полностью разомкнутых цепях. Дополнительные диагностические заметки. Этот тип кода обычно предоставляется в качестве поддержки более конкретного кода. Сохраненный код P0652 обычно связан с трансмиссией.